Доброе утро и хорошего дня вам, друзья. Итак, открытая вода на водоеме. Начнем мы традиционно с Карельского берега. Первая беседка. Вот так вот у нас здесь уже относительно хорошо размыто. Вы видите, часть достаточно большая. Со стороны ВИПа, конечно, подприбило небольшое количество еще льдинок, которые сегодня-завтра просто уберутся. А так весь Карельский берег, в принципе, абсолютно пригоден для ловли как фидером, так и спиннингом, но уже и тем более удочкой. Пойдемте дальше. Друзья, берег — клевое место. Ночью минус, немножечко затянуло все шугой и ветром, весь разбитый лед вот подприбило к берегу. Сейчас, естественно, в течение дня мы будем еще его разгонять, и хорошее солнце нам в помощь. Здесь вот как-то так. Берег — места отдыха. Подразбито, подразмыто, и то, что вы видите как лед, в большей степени является толстенькой шубой. По бортам VIP и спортзоны вы видите сами прекрасно, вода полностью открытая. Сейчас с вами пройдем и посмотрим на глине. На глине и на дороге дела обстоят. Будем посмотреть, доверять хотя бы немного синоптикам, и максимум неделя водоем полностью открыт, чистой, открытой водой, и пригоден для любого вида ловли. Ждем вас, друзья.